Дорога к школе будет безопасной. У старейшего в области образовательного учреждения в селе Лукьяново сегодня идет ремонт пешеходного тротуара. Обновленную школу деревни Лукьяново, филиал Липецкой, нам показывал ее новый директор Наталья Кытманова. Она не скрывает своей радости. Ведь если бы образовательное учреждение не вошло в областную программу, здание, которому около 2 веков, не смогли бы сохранить. Школа сегодня выглядит как игрушка. И здесь есть все для успешного обучения детей. Отремонтировали кабинеты, сделали небольшой актовый зал, отремонтировали спортивный зал. Прекрасное освещение, вентиляция помещения. В общем, все условия созданы, чтобы школа продолжала жить и работать. Специалисты комитета по образованию позаботились и о том, чтобы дорога в учреждение была безопасной. Это особенно важно, потому как учатся здесь школьники младших классов. Сюда на территорию выезжала комиссия по безопасности. И было принято решение об организации пешеходного перехода и безопасного прохода через дорогу, так как рядом все-таки дорога идет. И в данный момент уже строится тротуар. Сегодня обустройство тротуара у школы идет полным ходом. Устанавливаются бордюры, к асфальтированию готовится и прежняя пешеходная дорожка. При таких темпах работы будут завершены к середине августа. К этому времени планируют заменить и теплотрассу у образовательного учреждения в Липецах. Старые коммуникации свое отработали. Много лет не могли определиться, кому принадлежит эта теплотрасса, управление образования или теплосети. В таком очень сложном режиме жили на протяжении 3 последних лет. Потому что предупреждали и боялись, что зимой, не дай бог, если прорвет трубу, то будут большие проблемы. Разобрались в этой проблеме, и в этом году наконец-то идет реконструкция теплосети. Липецкая школа, как и ее филиал Лукьяново, успешно прошла приемку к новому учебному году. Здесь наконец-то появилась и звуковая система оповещения на случай чрезвычайных ситуаций. Покажем, как она работает. Я включаю все этажи этого здания, и в том числе интерната. И запускаю. В процессе подготовки к новому учебному году принял участие и депутат городского округа Павел Гущин. Как и обещал жителям, народный избранник организовал ремонт ступенек в главном здании школы.